Сегодня Сбербанк и Google при поддержке правительства Новгородской области объявили о запуске бесплатной программы для предпринимателей «Бизнес-класс». Проект направлен на развитие малого бизнеса в регионе. Работаете ли вы в реальном бизнесе или же ваши идеи пока существуют только на бумаге, не имеет значения. Участвовать в программе могут все, кто имеет интерес к развитию своего дела. Площадка абсолютно бесплатная, нужен лишь доступ в интернет. Эта программа, о которой мы сегодня говорим, это как раз один из инструментов, позволяющих малому бизнесу сразу выйти на международный уровень, начать работать не только с покупателями на территории региона, но и по всей стране и за пределами этой страны. Поэтому с этой точки зрения для нас крайне важна эта инициатива. Мы ее всячески поддерживаем. Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам, которые помогут им сделать первые шаги на пути развития или создания своего дела. Эксперты также будут проводить дополнительные консультации в формате вебинаров. Программа составлена ведущими экспертами в этих областях, в разных областях в стране. И, собственно, разбита на несколько модулей. Это бизнес-процессы, маркетинг, бизнес-моделирование, продажи и финансы. Каждый модуль включает обучающие видео, тесты и шаблоны. Новгород отличен тем, что здесь пройдут и 4 очных мероприятия, мастер-классы и тренинги. Наш регион стал 14-м по счету, кто присоединился к проекту. Мы планируем обучить до конца 2018 года в целом по стране 100 тысяч предпринимателей. И эта программа охватит 41 регион. Зарегистрироваться можно на сайте www.businessclass.pro. Старт занятий в нашем регионе запланирован на 15 августа. Кстати, уже за первые часы после запуска программы к ней подключились около 60 новгородцев. Кристина Белян, Владислав Ковалевский. Новости Новгородское областное телевидение.